Завтра страйкбол. А наша техника не заводится пока. Эл, ты что там за колеса цепляешь? А ну, покажи, за что ты там цепляешь. Уже стемнело, но техника пока ехать не хочет. Гоним, короче, мотоцикл мы в гараж к знакомому. Как есть, поставим аккумулятор на зарядку на ночь. Нашли проблему. Проблемы, в принципе, не было. Просто ночью зарядил аккумулятор, и он работает. Осторожно, очень серьезный страйкбол. Секретная команда Борт-17 снова в деле. Помогало мне ехать сейчас надо, а мотоцикла нет у меня его. Выдавали себя за мирных жителей. Ой, о, куртку подними. Нет оружия, пожалуйста. Разведывательная миссия под секретным названием «Цыгане». Пригнали мотоцикл уже на полигон, припарковал его. Сейчас едем домой собирать еще вещи. Здесь уже народ собрался. Готовятся к игре. Итак, друзья, подписчики, всем привет. У нас открытие сезона. Приехало много народу, пока не знаю сколько. Я уже мотоцикл отогнал на полигон. Потом поехал домой, собрал вещи. И будет сейчас большая игра. Сегодня я буду играть роль цыгана. У нас будут воюющие стороны и типа мирные жители. То есть поселение цыган в лесу. Там не в лесу, а типа поле, посадка, лес. Местность, короче, такая. Буду рассекать на мотоцикле К-750 62 года выпуска. Что с этого получится? Увидим. Впереди КПП нашего полигона. К сожалению, старт игры из-за возни с мотоциклом мы пропустили. Переоделся я уже под цыгана. Розовая рубашка, цяпочки, капелюх, боты и штаны. Сейчас будем заводить нашу технику и ездить. Потом поедем в лагерь, где-то наш лагерь будет там. Это еще один цыган, Саня. А это наши цыганки. Сразу! Туда! Там где лес? Да. Туда? Да. А там как мы проедем? Не, на стрельбище, нам на стрельбище. Туда направо? Да. Есть арбузы, дыни. Ты чай будешь? Что хочешь есть? Желтый. А мы даже без горы. А мы знаем, где красные. Мы знаешь, будем... тушенку расскажем. Там сигарету. Не, сигарету мало. Сигарету мало. За пару конфет можем. Давай сигарету. Две. И... Три. Эй, не кури, давай трогай. Давай три. Давай, курю. А ты куришь? Нет. Все равно три сигареты ставим. Да, три сигареты. И я расскажу, где красные. Скажи. Сочини. Нет, давай сигареты. За три сигареты думал. Ну все, давай, я скажу, где красные. Легко. Я скажу, где красный. Не, в лагерь вас не буду. Не, там мы мусим ти побути в лагере, и там расскажем вам, где красный. Ну если сейчас побудете, сейчас командир прийде. Да. О, як податкові, да? Да, да. Дякую вам, Боже. Смотри, видишь красный флаг? Я красный флаг, це різні речі. Ти старший. Все, пошли к старшим, пошли к старшим. Стоп. Порядок без зброї, бо ще, не дай Бог, стрельнете. Я вам знаю, воєнний. Да, да. Не дураків. Не стріляйте. Смотри, целиться. А один, вон, все. А буде командир, чи не буде? Эй, Магала, где? Ты с Магалы? Дорога! Тут уже Ромалы в гости приехали. Не-не-не, мы тут это... У нас оружие нет! Где пистолет? У кого пистолет? Нет пистолета ни у кого! Мы без оружия! Дипломатические миссии!
Поднимай. Если сейчас вы мне дадите тушенку, мы пойдем и расскажем, где ваши... Это со... Не, ну не расскажем. 3 сигареты мы получили, это уже мы чуть-чуть будем молчать. Нам надо перевезти, у нас есть мотоцикл, мы сейчас садимся на мотоцикл, едем на мотоцикл, ранен, кого куда-то надо, только не бесплатно. Хороший товар, не пожалеешь. Время идет, время деньги. О. Видел, что есть у нас? Коробочка. Коробочка с кнопочками, и с циферками, и с часиками. Надо? Что даете? Давай предлагай. Давай предлагай, что есть. Они подходи близко, к ним они хитрые какие-то. Они, наверное, с Коломы или откуда. Это не магалянские какие-то. Давай главного зови. Красивые кнопочки, красные, зеленые, синие, циферки. Давай, что есть, что показывай, что есть. Давай гранату. Три. Три гранаты давай. Две. Не. Давай, сейчас мы уедем, надо, не надо, сейчас красные нам дадут. Пять гранат дают нам. Две гранаты. Три гранаты давай. Куда ты целишься, Даю вот тут ему гранату закрою. Отлично. Ну покажи, не неси, у него нету гранаты. Что ты обманываешь нас? Где? Не, какая-то маленькая. Дай, кидай. Давай, сейчас коробочку, я сюда приеду. Иди, давай ему то это самое, забирай ту гранату. Дай гранату. Кидай. Я заберу. Оп, все, падай. Граната дымовая, Там у командира спросите, что делать с ней. Ты откуда? С Магалы, с Тернополя, со Львова, откуда говори? А мы с Магалы. Где красные? Где? А где желтые, знаете? Где желтые, можем сказать? Не знаем. А коробочка есть у вас с кнопочками красивыми? И с циферками? А мы можем даже показать. Да. Хорошо. Мы можем сказать, где чужие циферки лежат. Да, вам вот надо? Что треба? Говори, что есть. Что есть? Кепка. О, хороший кепка. Хороший кепка. Ну, у меня тоже есть кепка. Тушенка есть? Тушенка? Нет. Гранаты есть? Нет. Гранаты. Давай опять гранат. Пять? Да. Гранаты, всего три. Вы откуда? С Магалы? Со Львова или откуда? С Тернополя? Откуда? Оттуда. А что мы их заведаем? Мы на их мотоцикл. Мотоцикл мы едем. Подтяни мотоцикл на лагерь. Там наши бараны. Сколько вас? О, какая красивая машина у вас! О, туда. Что? Все, поехали! Давай, заводи. Нет, рота не мали, машина. Давай иди, половину справа сделано. Куда поехал, Багала там!
хай-пхай, хай-пхай. Не, куда пхай, ты нечестный делаешь. Честный, честный, бараны честный, есть, вечером честный. Будет барашку есть. Куртка, дай ему куртка, он что-то не хочет, не верит. Что, давай, набери куртка, бери давай, хороший куртка. Все, поехали, давай. Показывай, дай пострелять. Что ты знаешь, тут точно лес. И тут, Лен. Это ваши идут. Едем. Прицепили? Не, показывай. Сами. Садись сами по пути. Не. Садись коляску, покатайся. Все нормально. Показывай на карте. Смотри, вот здесь. Вот они прячутся в лесу. Я не обманываю тебя. Давай тут ищите хлопцы. Все, больше не будем показывать. Ты путаешься. Сам путаешься. Эй, друг, тебе честно говорю, в конце дороги. Все, поехали. Давай, тяни. Эй, дорогой, говори. Я в этот раз показываю, той самый квадрат. Той самый? Да. Правильно, мы с первого раза мы не брешем. Давай так, ты отгоняешь свой мотоцикл в сторону, мы сейчас цепляем. Самый, ты едешь пока точку, а за нами сразу дядя большие. Не, не убьют нас, не, у меня бронежилета нету такого, как у тебя. Давай твой бронежилет. У меня вот майка. А спереди там будем стрелять, мама дорогая. Не. Мотоцикл поломался, тянут нас, попросили тут ребят хороших. Цыганки наши, эй, Магала, сейчас Магалу едем. Амар уходит. Куда уходит? Закрывай хорошо, чтобы не повыпадали. Едем в цыганский табор. Дорогие цыганы вас нанят. Лёша, ты откуда? Что ты коробки хватаешь? Это твои коробки, что ты берёшь, блядь, поставь. Какая базука? Кому базука? Где базука? Нету базуки. Шум? Где базука? Какой шум? Иди, мотоцикл не заводится. Ты что, будешь толкать сейчас снова? Кто стрелял? Кто стрелял? Ты стрелял. Все, я тебя запомнил. Хорошо, я тебя снял на видео. Ты так не отделаешься. Эта коробка наша, она вам не надо. Хотите берите, хотите не берите, она вам не надо. Все, мы поехали. Это не вам, это цыганам, мы... Господа? Зачем? Все, давай, чус. До свидос. Ты откуда, с Коломы, что ли? Обокрали! Короче, коробку отжали. А базуку не увидели. Говори, кто стрелял в мотоцикл, ты мне колесо попало, сейчас колесо надо менять. Что, давай спрашивай, что надо, говори. Куда? Водка надо? Вы забираете все у честных людей мирных. У нас нету ни оружия, куда ничего. Чего? Куда везли медикаменты? Не скажу, туда надо везти, в Магалу. Куда везли? В Магалу, никому, кому? Просто кому? В Магалу. Сказали оставить там это на вышке. Это контрабанда. Не, ничего не знаю, мне заплатили, я везу заплатили. Туда. Кто мне там заплатили, не знаю того человека. У него не было нашивок, ни красных, ни желтых, ни синих. Вони профукують аптечки, нам відбивай. Ви куда, ви хто? Своих не пізнаєш? Свої, все, вспомнив. Попали просто. Та я так бачу. Ви живі? Юка, що? Так, що? Давай. Я не знаю. Іду. Дивіться на розтяжки, народ. Ну, треба, по-перше, таймер переключити. Розтяжки. Ну, скажи, що ми взяли базу синіх. Та вже сказав. Ну, що, окей, все добре. Так, давайте по периметру. Розійшлися. Бачу. Граната! Все, мертв. Убит. Здесь будет... Наш цыганский лагерь. Магала, брынза, принимай. Куда едешь, Магала, куда едешь? Иду, короче, искать наших остальных цыгане. Мотоцикл пока не работает, что-то с аккумулятором непорядок. А ключи от машины, где зарядка, у цыгане, у остальных цыгане. По дороге нашел коробку пустая, та, которую у нас отобрали красные. Мы везли медикаменты для мирного населения. Они начали стрелять по нам и забрали у нас медикаменты. Да, я продаю. Здесь есть хорошие вещи у меня в коробке. Что есть у тебя, а? Меняю. Давай, что у тебя есть? Есть подходные вещи. Да, давай. Я стою стрелять, а ты мне продаешь хорошие вещи. Давай. Только ты говоришь, ты продаешь. Не. А ну, в ящике здесь коробочки здесь постоит. Ты не подходи и не укради. Украдешь. Стой. И не подойдешь. Смотри, короче, когда нажимаешь, смотришь сюда, ладно? Да, ты не дури меня. Ты, блядь, ты цыган умница. Да. Не стреляй. Ты обмануть меня хотел. Не смотри туда. Не, не суй туда пальцы! Давай. Ну пробуй. Давай. Все, стреляй.
И накрыло в конце, да? Давай камеру. В коробке там. А там твои? Нет. Хорошо. Цыган не видел? А где они, говори? Придешь, я тебе водки налью, что хочешь дам. Цыгане не видели? Точно? Машина в УАЗ не ехал с ними? Зил? Понял. Спасибо. О, у тебя оружие есть? Есть, есть. Вот, 5 гривен, это хорошо. Все, ставим в карман. Из-за того, что просил 2, я дал 5. Может, все-таки видел что-то подозрительное, интересное? Не, я говорю, не видел. Там видел свет по левой стороне, и все. Попал немного под обстрел. Блять, если свечит, ты ебать вашу. Разбили, в общем, мы цыганский лагерь. У нас уже, да, в ночь, у нас уже горит огонь. Пацанчики, пацанчики. Динамуцы мои, знаю, ложись! не стреляй, у нас оружия нет, Викто, откуда, Динауты? Я не знаю, или видно это на камеру, но мы качаем матрас в лагере. Воздух не идет, Не идет вообще. Так, ты со мной, ты в коляску. Так, а ну-ка, посвети на часы, сколько времени? 4 часа. 4, 18, 19 минут. Ты еще не видишь, что ли? 4 часа 10 минут, Кто 8? Тут сети на Васе, он, короче, что-то копает. Самое главное, что он, короче, трезвый, он не пил, короче. Ну тут колышки закапывают. Я не пойму, для чего это, наверное, от врага, короче, наверное. Вася, иди казарму, Вася, пожалуйста. Иди спать, Что он ел, мясо, да? Нет, он нет. Шашлыки ел, Вася? Нет. Он не ест, да, шашлык? Вася, поставь лопату, молодец. Цыганский лагерь утром. Огонь догорел. Лампочка досветила. Кажется, у меня мотоцикл угнали. Пойду искать свой мотоцикл. И украли мотоцикл мы. И кто украл? Коня здесь не видели? Не пробегал конь мой? Коня не видел? Ты коня не видел моего? Коня моего? Коня видел утром, где-то он ездил. Кто-то мой украл. Кто-то угнал мой конь. Я? Ты? Какой конь? Ты мой конь где-то сбежал. Какой конь? Украли мотоцикл у меня. Мы его и не потеряем. Говори еще раз. Коня, мы его не видели. Где конь мой? Это цыгане прямо с самого отрада бедняги дают. Где? Возле Магала? Конь, это тоже конь, но он не похож на мой. Что с Магалы тебе все подобается? Да. А там что, кушать дают в столовой? Да. Спасибо. Просто ему все, что подобается, он все снимает. Да. Видишь, тепло? Ну, кот пристрял, да, наверняка. Так, стропом я никогда не врезаю. Ты же недобрый кот. И просто не врезаю. Ага, вчера тоже был недобрый. Вроде бы был выспанный. Ты спишь, что ли? Львов, вставай. Вставай, ты чего такой небритый? Носки развесил тут, давай. Давай, ты коня моего не видел? Где мой конь? Говори. Его угнали красные. А? Красные угнали. Красные негодяи вообще. Пане барон, яка ситуація? Там вам гелікоптером потягнули бутилку водки, хотіли вас пригостити, а там немає нікого попереду? Бив там сорок. Він спускався, потім назад прийняли улетів. Прийняли все, ага. Мотоцикл мій є. Мій мотоцикл, що, мені на Магалумі їхати зараз треба? А мотоцикла нет у нього. Ми лишилися, як було. Мотоцикл ми не пробували? Ні, так, куди. Так, гості нас прийняли, які там мотоцикли. Правда, все нас червоні шли, казали, йдемо циган мочити. Ой, так красний, нехороший, нехороший. Да. Ну все, я пішов искати мотоцикл. Нашел свой конь, вот мой конь. Спрятали, угнали моего коня. Командиры, старин, скоро будет ходить ничего. Назначить кого-то? Нет, просто может кто-то согласен, сразу. Хорошо, починаем, Тадип. Поступила новая информация.
старт всіх старін відбувається, зразу скажу, зі своїх баз. У командирів кожного є свій актив, який зіграє свою роль в цій ігрі. Їх актив – це остання вишка зв'язку, яка лишилася, яку ще не знищили. Плюс у них є військові склади, в районі яких вони розробили суперсекретне. Хочу запустити дрон. Вижу, там якісь тіла бігали, і вон там от сидять. Воюють з танком, мабуть. Проведу розвідку боєм. Боєм, квадрокоптером. Друзья, я надеюсь, вам понравилось это видео. Мы старались оживить страйкбол местными жителями. В общем, было три воюющие стороны и поселение цыган. У каждой стороны был благоустроен лагерь с контрольной точкой, на которой тикало время в пользу команды, удерживающей данную точку. Осуществлялось это при захвате точки остановкой таймера противника и запуск таймера кнопкой соответствующего цвета. По результатам игры сторона красных победила. К сожалению, много моментов упустил, не снял. Очень хотелось передать полную картину происходящего, но в процессе монтажа понял, что это не снял и это надо было снять. Ну уж как есть. Спасибо организаторам, спасибо участникам, страйкбол жив. Ждем новых игр, а также новые видео. Они будут не менее интересные, так что ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал. Всем удачи, добра, до встречи, пока!